Любителей смешанных единоборств, особенно ММА. Мы очень рады всех вас видеть на 35-м турнире WF, а именно Pro Fight. А если разобраться, то 83-й турнир организации WF, World Airtime Match Federation, который уже открыт в 17 странах мира, и уже успешно мы занимаем 24-ю строчку из 7000 организаций во всем мире. Что и требует ваших бурных аплодисментов. Питер, просыпаемся. Давайте создадим максимум крутую атмосферу в этом зале, потому что сегодня будет 18 боев для вас. С вами сегодня я, Хайрат Мусаев, ринг-анонсер организации WF, который уже провел более 80 турниров. Я очень рад находиться в этом прекрасном городе, в культурной столице России, потому что на самом деле очень приятно видеть добрые, улыбчивые лица. За гостеприимство отдельный низкий поклон и ваши аплодисменты, дорогие друзья. Хочу представить вам лицензированных судей Союза ММА Российской Федерации. Главный судья турнира Алексей Горохов. Поаплодируем. Приглашаем рефери на ринг. Олег Кучеренко. Чуть не сказал октагон. Боковой судья Александр Метаморфоза. Поаплодируем. Дорогие друзья, мы не будем томить, а сразу пригласим сюда первую пару. Конечно же, перед тем, как мы начнем, хотелось бы выразить огромную благодарность нашим партнерам, спонсорам, ну и, конечно же, всей команде организационной. Дорогие друзья, ваши аплодисменты нашим спонсорам ПАК РУС. Поаплодируем. Образовательный центр Life Study, Grand Life Study. Также, конечно же, дорогие друзья, это команда нашего дорогого Самата, которые сегодня действительно бегали, поработали. Им отдельные аплодисменты. Громче, громче. Приглашается в синий угол боец весовой категории 57 килограмм. Встречаем. Первая пара. Туманов Максим, Кыргызстан. Приглашается его соперник, красный угол, весовая категория 51 килограмм, Кадыров Эльдияр, встречаем. We'll be right back.
Итак, дорогие дамы и господа, перед вами первая пара. Я думаю, эти бойцы достойны бурных аплодисментов. Давайте подбодрим их. Тяжело выступать первыми. Справа от меня боец в синем углу переставляет Великий Новгород, Россия. Весовая категория 71 килограмм, его 19 лет, росту 64 сантиметра. Перед вами дебют, дорогие друзья, представляет бойцовский клуб «Ахбарс Питер». Тренер Джерав Джиралбек. Встречаем. Туманов Максим! И в красном углу боец из Кыргызстана, весовой категории 71 килограмм, росту 71 сантиметров. Перед вами дебют, дорогие друзья, представляет команду «Ахбарс Питер». Тренер Джерав Джиралбек. Кыргызстан. Встречаем. Калдыров Эльдияр. Бойцы на середину. Бойцы, внимательно слушайте моей команды. Команды бой, стоп, команда замерли. Напоминаю, локтями в голову не работаем ни в стойке, ни в партере. Коленями в голову работаем только в стойке, в партере только по туловищу. Пожали руки. Удачного боя по углам. Итак, питерцы, больше шума, больше аплодисментов. Поддержим бойцов. Thank you.
Секунданты красного угла, займите позицию. Не мешайте зрителям. Закончился первый раунд. Поаплодируем бойцам. Это дебют и всего лишь первый раунд, а уже бойцы заряжены. Чем дальше, я думаю, будет еще интереснее. Секунданты с ринга. Второй раунд. На награждение приглашается почетный гость турнира Снетков Евгений.
Бойцы на середину. Бойцы на середину. Об этом бою во втором раунде за 1 минуту 54 секунды удушающим приемом победу одержал Туманов Марк!